мероприятии, посвященном встрече с замечательными людьми, с добровольцами. Людьми, которые по своей доброй воле бескорыстно находят время, силы, средства, чтобы помогать. Помогать в это непростое время. Там помогать, где сейчас очень нужна их поддержка. Там, где нужно, чтобы рядом был добрый человек. Наша встреча посвящена помощи мирным, военным и раненым жителям Донбасса, а также людям, которые активно принимают участие в этой помощи. Приветственное слово для торжественного открытия форума предоставляется благочинному города Рыбинска протоиерею Дионисию Ростопчину.